В Великом Новгороде завершились региональные соревнования по волейболу «София-2018». 2 года назад они родились на голом энтузиазме, а теперь уже переросли в серьезный турнир, на который приезжают гости из других городов. Сейчас за победу боролись 9 женских команд из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Колпино. Кого не спроси в этом зале, все говорят, игра в целом жаркая. Соревнуются спортсменки с волейбольным опытом от 5 лет. Четко отработанные удары по мячу, свои боевые кричалки. Даже на трибунах заметно волнение болельщиков. Пока одни на поле боя, другие ждут своей очереди. Новгородская команда 6 пятерок признается, что соперники девушек удивили, но волейбол – игра непредсказуемая. Интересные девочки, очень сильные, и возраста разные, и уровень разный, но всегда в игре все неоднозначно до последнего момента. В региональных соревнованиях участвуют волейболистки всех возрастов. Глава региона Андрей Никитин поддержал новгородские команды и пожелал девушкам достойной игры. В первый день состязаний победа ждала питерских спортсменок. Команда «Адреналин» – любители, но с 10-летним стажем. Шли вровень с волейболистками из НовГУ, но на последних минутах гости Новгорода обыграли наших. Мы в прошлом году пытались сюда попасть, но, к сожалению, мест не было. Поэтому мы в этом году заранее подготовились, собрали команду. Приехали, и, ну, собственно говоря, настрой был такой, что мы должны сегодня выиграть. Все же это не помешало сборной Новгородского университета выйти на 3-е место. Первые 2 завоевали команды из северной столицы – Санкт-Петербургского университета МВД и «Динамика».